хочешь, пап? Я хочу яйца. Да будь ты яйца у птиц. Хорошо, пап. Вот это исполнен ваших рекомендаций. Я забрал твои яйца! Вернись, если сможешь! Один! Два дров схвачен! Все твои орудия из труда забраны! О, нет! Чак! Вы меня сбесили! Ну все. На этот раз на такую ерунду не поведусь. Я рад, стаи вожак, со мной могучие верия. Ибо я воин, что сражается со свиньями ради блага стаи. Или хуже будет. Не уйду, пока не вернете Чака. Взять его. Рэд, ты цел? Едва уцелел, Чак. Спасибо тебе. Снова вместе, друзья, не родей вода. Пора спасать наши яйца. Хорошая попытка пристала, но нет! Получай пощечины, как можно больше! Хитрец ты, Рэд! Что ж, посмотрим, как ты справишься с этим! Чего ты, нутый? Убирайся отсюда, Ван! Прицала, подожди меня!
тебя волнует, Чак? Я всегда красный. Ну, не от злости, конечно. Не стоит нам терять время. Матильда, убирайтесь отсюда! Ишь какая! Мать, сделай что-нибудь! О, нет! Мой огород! Ред, что стряслось? Ты не топчет огород Матильды! Да ё-моё! Тебе повезло, что меч у меня тупой, а иначе бы пришел Каю. Да ёлки-палки! Тут разбросались и топтали воду! Спокойно, ребят! У меня, кажется, есть способ восстановить сад. Матильда, ну ты лекарь! Спасибо, ребята, что прибыли на помощь. Ну, а ты, сынок дурачок, получишь сковородой! Только через мусор! Здравствуй, Сан, что ты хочешь? От воды мне некогда! Рубиян по памяти. Приготовиться к аппарату! Будет исполнено! Чак! Копилка слишком тяжелая! Это дает нам преимущество.